Всем бокс! Вы смотрите телеканал «Югра». Четвертый выпуск спортивного телешоу «Боксерский клуб». Это новый проект, где на ринге сойдутся люди, которые никогда не занимались боксом. Они такие же, как и мы все, со своим родом деятельности и интересами. Это обычные жители Югры, и вполне возможно, что вы их видели в повседневной жизни. На улице, на работе или в очереди в магазин. У них было 3 месяца, чтобы пройти экстерном школу бокса. А кто как ее закончил, мы узнаем совсем скоро. Одержать связь с бойцами буду я. Меня зовут Аня, я персональный тренер, и я тоже являюсь участником проекта. Но на ринг в этом сезоне мне попасть не судьба. Так бывает, что боксер остается без соперника. Но этот турнир пропускать не собираюсь. Поэтому каждый выпуск буду с вами. Устраивайтесь поудобнее. И скорее смотрите за тем, как наши бойцы уже в 4-м бою нашего клуба решат, кто из них попадет в финал за звание чемпиона боксерского клуба. Поехали! Это второй бой в весовой категории до 81 килограмма и первый боец. Каждый день он смотрит на то, что другим смотреть запрещают. Его глаз не дрогнет под софитами и вспышками камер, ведь к ярким вспышкам он уже давно привык. Встречайте, спарщик Фарид Чинбаев. Чинбаев Фарид Шамилевич, 24 года, боксом занимаюсь 2 месяца, до этого занимался лыжами 5 лет и легкой атлетикой. Стройка? Работа моя. Работаю здесь. Я помоложе его буду, думаю, интенсивностью, ведением боя и характером. О, Игорь Сергеевич, это мой вообще кумир. Я когда смотрю на него, каждую тренировку прихожу и восхищаюсь им. Фарид Чинбаев, это да, это у нас такой боксер, который был далек, понятно, не то что от спорта, был далек от единоборств. И вот эти все так называемые техника и тактическое мастерство, вот он моментально это как-то забрал себе, впитал, как губка. Вот это я был, честно говоря, в удивлении. Никогда не сдаваться, только вперед. Его соперник привык по жизни крутиться и вертеться. Может, этому способствует прошлое баскетболиста? А может, его высокая должность? Его долг помогать гражданам округа. Но остались ли силы на себя? Скоро узнаем. Заместитель директора казенного учреждения Центр социальных выплат Югры Руслан Нургалеев. Мое имя Нургалеев Руслан. Осуществляю трудовую деятельность в казенном учреждении Центр социальных выплат должности заместитель директора. Ну, наперед не люблю загадывать, но будем стараться, приложим все усилия. В здоровом теле здоровый дух, конечно. Тренер у нас работу проводит разноплановую, принимает во внимание все. На самом деле Руслан, вот ему тренировка прошла, да, как бы он ни устал бы, он идет и бьет груши. Он всегда в себе, ищет как-то недостатки, да, и пытается их устранить, подходит, он спрашивает все время. Не любит проигрывать, пропустив там одну тренировку, да, он пытается догнать это на следующей тренировке. Ну что, молодец. Просто мы с Фаридом постараемся сделать красивый бой. А ведь действительно, Руслан подготовлен отлично. Умение бить об землю мяч может пригодиться. Быть может, его соперник будет с такой же частотой биться об землю, как ты считаешь? Думаю, ты ошибаешься. Руслан хоть и занимается баскетболом, но Фарид привык работать с металлом. А значит, с человеческим телом будет явно проще разобраться. Бой за выход в финал. Давайте начинать. Итак, я рад приветствовать вас на 4-м поединке проекта «Боксерский клуб». И сегодня за ходом этого противостояния будем следить и я, Дмитрий Пришвицын, и чемпион России по боксу Ярослав Дороничев. Добрый вечер. Добрый вечер. Медиахолдинг «Югра», Федерация бокса «Югры», Югорский колледж Олимпийского резерва представляют
Впервые на югорской земле проект «Боксерский клуб». Это четвертый бой боксерского клуба. Весовая категория до 81 килограмма. В красный угол ринга приглашается Фарид Чинбаев. Итак, ну что, друзья, сегодня тренер по боксу Игорь Князев выставляет своего второго воспитанника, это Фарид Чинбаев. И как мы уже неоднократно говорили, в этом проекте участвуют любители, которые надели перчатки всего пару месяцев назад. Так вот, к примеру, Фарид вообще работает сварщиком, и это ему сейчас не мешает выйти на ринг и доказать, что он способен, что он молодец и что он, наверное, достоин финала, можно так сказать. Будем смотреть, сейчас посмотрим его навыки, которые он приобрел за эти месяцы. Да, ну и... Но и соперник в синем углу ринга Руслан Нургалеев готовил спортсмена к бою Максим Аптышев. Между прочим, его подопечный работает в Центре социальных выплат Югры. Очень интересная музыкальная подборка, вот сейчас могу отметить у обоих спортсменов, которые выходят на поединок. Ярослав, вы предпочитаете под какую музыку выходить? У меня есть предпочтение музыки, под которую выходил Федор Емельяненко, который также, как и сейчас, звуковое, получается, звуковое такое сильное звучание песен, которые выбрали спортсмены. Вот мне понравился тоже музыкальный фон. То есть, наверное, музыка дополнительную мотивацию дает к поединку? Настрой на да. Поединок. Сейчас последние штрихи подготовки спортсменов. Я пока напомню телезрителям, что нас ожидают 3 раунда по 2 минуты. Для спортсменов это тяжелейшие раунды. Ну а для нас и для вас яркие и запоминающиеся раунды, которые я просто уверен, что боксеры нам сейчас подарят. Весовая категория до 81 килограмма, то есть это уже ближе к таким, так скажем, тяжеловесам. Вес 81 килограмм. Сварщик Фарид Чинбаев. Да, 24 года, достаточно молодой спортсмен, поэтому, наверное, будет резкий. Его возраст 36 лет, рост 176 сантиметров, вес 75 килограмм. А вот смотрите, здесь интересно, 36 лет, вот Ярослав, не могу не спросить, разница у спортсменов 10, больше 10 лет, насколько это может сыграть? Я скажу, что в молодости, конечно, большой плюс, то что физические данные, как бы восстановление, скорость, а в этом весе очень решает скорость в полутяжах, как бы это будет одно из ключевых козырей спортсмена Фарида, скажем так. Ну, будем с интересом наблюдать за этим поединком, что же возьмет, молодость или опыт. Сейчас, да, вот сейчас будем смотреть. Сейчас узнаем. Все, последнее наставление получили спортсмены, и начинается поединок. Это четвертый бой у нас, и очень резко начал спортсмен. Фарид довольно-таки уверенно начал бой. Как и, собственно, говорили, то, что молодый, значит, резкий, значит, заряженный. Он пока оправдывает все ожидания. И даже, наверное, правильно сейчас тактически подходит то, что он провел, наверное, такую результативную острую атаку. И сейчас немножко отсиживается и следит за соперником. Да, ждет, чтобы нанести свой разящий удар, скажем так. И вот раз за разом его... У него получается. Уколы, так сказать, проходят. Сейчас двоечка хорошая прошла и... Да. Сбил такое чувство, что он своего оппонента. Но он сейчас доминирует, это факт. Он проваливает, он быстрее, наносит больше ударов. И точных попаданий гораздо больше. Ну и уверенно довольно-таки в ринге держится. То есть проводит поединок с обычными руками. Вот как раз-таки это. Чувствует, что может, пока без защиты, потому что реально доминирует. Да, чувствует, уходит. Вот то, что мы говорили, скорость, он уходит на ногах с движением корпуса и проваливает, и встречает, доказывает действием это. В принципе, он сейчас со своими движениями может измотать соперника, потому что действительно он на месте не стоит, и он заставляет, и при том
соперника под свою дудку, так скажем, плясать. Да, он навязывает свой план игры, и который ему нужен в этом бою, который принесет ему победу. Ярослав, а вот насколько эта тактика важна и насколько она до поединка нарабатывается у спортсмена? Ну, это изучается соперник непосредственно и выявляется, допустим, его слабые стороны или, наоборот, сильнейшие. Вот. А вот сейчас, кстати, концовка-то такое чувство, что осталось за Русланом, потому что он сидел, и вот сейчас два удара-то нанес, вот после которых Фарид-то такое чувство, что немного и потерялся даже. Да, сейчас вот концовочку забрал, даже как бы все-таки активизировался как-то весь раунд он. Работал вторым номером, но в конце, вот 10 секунд, он начал первым номером работать. И это у него тоже проходит, что нужно заметить. Вот, и вот как раз таки мы сейчас слышим то, что Фариду дают наставление, не давай думать и да, делай свою работу. Выполняй свою работу. Но у него очень опытный специалист. Я не хочу сказать то, что Максим Аптышев не опытный тренер, но все-таки у Игоря Князева-то багаж-то все равно поболее. Он и тут берет опыт, безусловно. Сейчас у них дуэль тренеров. Молодость против опыта так же, собственно, как и на ринге сейчас, да, происходит такая ситуация. Но тут опять-таки интересный момент, что здесь, например, более возрастного спортсмена тренирует более молодой специалист, а здесь наоборот. Поэтому посмотрим, как сейчас будет продолжаться второй раунд. Итак, вот осторожничаю. Сейчас мы видим то, что... Ну, я могу сказать, что сейчас... Руслан-то тоже. Руслан пошел вперед и начал искать свое, скажем так, свой успех в атаках. Да, свое место под солнцем даже, наверное, можно сказать. Сейчас уже оба стараются вот эту дистанцию держать, то есть не летят в атаку. Провел результативную атаку, отсиживается. И вот сейчас опять-таки Фарид начинает двоечка вот действовать. Сейчас боковой был отлично от Руслана. Вот видите, сейчас можно понять. По второму раунду могу сказать, что Руслан первый раунд смотрел, как раз таки опытом смотрел, что может Фарид, и сейчас начинает прибавлять во втором раунде. Может быть, даже и ждал, что измотается спортсмен, потому что все равно надо не забывать то, что у нас на ринге находятся не профессионалы, и, наверное, не настолько физически они развиты, чтобы все три раунда боксировать на одном уровне. На одном уровне, да. Да, тем более опыта поединков еще у ребят нет, и поэтому это тоже сказывается. Да. Сейчас уже бой становится более интересным, уже более конкурентным. Потому что в первом раунде Фарид был более успешным в своих атаках, а сейчас вот Руслан начинает набирать очки. Да, и, кстати, вот сейчас интересно тоже с психологической точки зрения посмотреть, вот насколько Фарид сейчас именно справится с тем, что, ну, то есть, да, первый раунд он был фаворитом, а сейчас-то игра уже складывается в другую сторону, то есть, насколько он сможет принять и найти в себе ход силы. Ход боя перевернулся, да. И как он психологически сможет это все. Сможет, не надломит ли его это. Сейчас посмотрим концовочку. Ну, видно, что удары потяжелее стали, уже сложно спортсменам. Замедлились более. Да, уже сложнее. Да, второй раунд у нас закончился, и, ну, такому боксу мы рады. Да, сейчас бой сейчас выровнялся по раундам. Первый раунд можно было дать Фариду, сейчас второй раунд забрал Руслан, я думаю. Сейчас третий раунд будет решающий, кто проявит силу воли, больше желания для победы, ну, тот и победит. Самое интересное будет. Мне вот еще кажется, что вот сейчас именно в третьем раунде спортсменам поможет и накопить нужную энергию, место, где они боксируют. Ведь во многом Егорский колледж, интернат Олимпийского резерва является кузницей побед, где, собственно, и воспитываются чемпионы. Чего мне говорить, ваши партнеры по команде, многие оттуда, поэтому... Егорский колледж, интернат Олимпийского резерва, год за годом выпускает звезд и талантов. Воспитывает чемпиона, да. Ну, раз уж мы похвалили спортсменов, нельзя и тренеров не похвалить. Да, Федерация-то бокса тоже здесь. Конечно. Заслужила галочку, так сказать. И благодарность. Даже за организацию вот этого проекта. Турнира, скажем так, боксерского. Да. Ну что, третий раунд.
Третий раунд, самое интересное, сложно загадывать, посмотрим, молодость или опыт возьмет. Кто больше правильно распределил силы? Вот сейчас очень хороший удар получился у Фарида. Но Руслан идет возвращать. И, возможно, он вынудил его сейчас пойти в атаку, да. И как раз таки на этом моменте... Опять-таки для себя плюс выбрал, потому что Руслан-то не добрался до нужной цели. Два удара как минимум в холостую пролетели, и наверняка это сбило дыхание им. Сейчас выжидают ребята, чтобы нанести удар. Физически, мне кажется, Фарид сейчас более свежий выглядит. Он наносит больше ударов и, видите, защищается. Уходит, защита у него, видит. Да, то есть сразу подскользнулся, чтобы судьи не посчитали, что это нокдаун, да, потому что сейчас действительно все, каждое попадание сейчас это как на вес золота. Да, безусловно. Это бокс, каждый удар может стать последним, да, который отправит на стилинге. Ну, Фарид сейчас более уверенно, более лучше выглядит. Ну вот видно, кстати, что у Фарида сейчас такой огонек в глазах появился, то есть такое чувство, что он этот раунд, этот поединок не хочет отпустить куда-то дальше, чем он может к нему прикоснуться, поэтому... Да, вот сейчас Фарид отлично проявляет защитные действия, движение ног и корпусом. Руслан молодец, уже на волевых таких качествах боксирует, видно, что все-таки молодость тут... Пока берет свое. И здесь вот, наверное, самое главное сейчас Фариду не забывать про защиту, потому что один удар действительно может все повернуть. Вот помимо этого он еще делает, попадает, концовку забирает уверенно. Молодцы. Да, и видно, что оба спортсмена выложились на все 100%. Да. Им только браво за этот поединок. Безусловно. И я даже... Наверное, боюсь предположить, а что же будет дальше, если спортсмены... У нас четвертый бой такой интересный, так у нас еще впереди еще столько же боев отборочных, а дальше еще и у нас и финалы. Я просто в восторге от... Весовые категории будут еще расти. Да. Там будет еще красочнее. Вот такой вот комментарий мы получили от Фарида. Эмоции по окончании боя. Да, конечно, эмоции, ведь они шли, они к этому готовились, и вот их пик, звездный час. Единогласным решением, да, бой был хороший, конкурентный. Победу одержал боксер из Красного угла. Ну и смотрим, кто же. Фарид Чинбаев. Ну, в принципе, наверное, по третьему раунду уже это объективно. Читаем. Он был лучше. Он был лучше. Как раз-таки молодость в этом бою взяла. Вверх он выиграл за счет функциональной готовности. Да. Поздравляем, Фарида. Фарида Чинбаева и Игоря Князева. Это специалист, этот тренер, который готовил боксера к этому поединку. Вот они сейчас как раз на ваших экранах. Ну, а мы говорим до новых встреч. И с вами сегодня вновь на этом боксерском поединке работал Дмитрий Пришвицын и мой сегодня коллега Ярослав Дороничев. До новых встреч. До новых встреч. Привет. Привет. Ну что, как дела? Отлично, устал маленько. Соперник вымотал меня. Ты был уверен в своей победе? Конечно. Какой молодец. Дальше будешь? У него на самом деле не так просто получилось выйти, но он вышел и показал охренительный бой. Классно. Мы оба выходили на характере только. Вот. Спасибо, Игорь Сергеевич, что подготовил. Все пошло по плану? Ну, первый, второй раунд по плану. Третий раунд я уже не слышал тренера. И просто месился, и все. Молодец, я еще раз тебя поздравляю. Будешь ли ты дальше заниматься боксом? Да, буду. Нравится мне этот вид спорта. Настоящие воины им занимаются, дерутся. Ну все, молодец. Поздравляю. Идем к следующему. Как ваше самочувствие? Хорошо. Уже получше. Ни на что не жалуетесь? Нет, ни на что не жалуюсь. Абсолютно. Все хорошо. Как думаете, что помешало победе? Помешало, наверное,
первый раз, волнение. И все-таки акцент нужно делать на это функционал, функциональный подсел. Вот. Ну и противник хороший довольно-таки. Ну, может, опыт еще тоже первый раз. В следующий раз попробуем. Значит, планируете на следующий раз, верно? Да, это будет дополнительный стимул. Есть над чем работать. Вы большой молодец. Спасибо. Я вас поздравляю, потому что вы уже победитель. Вы пришли на этот ринг, вы дошли до конца, несмотря ни на что. Спасибо, спасибо. До свидания. Занимайтесь спортом! На этот раз искры из глаз сварщика были ярче, и удача склонилась на его сторону. А может, это и не удача, а характер и воля к победе. В нашем шоу каждый фактор, каждая мелочь может стать решающей. Владелец кофейни «Кофе ХМ» и сварщик уже ждут друг друга в финале. А наши бои продолжаются, и следующий выпуск выявит первого финалиста в весе до 91 килограмма. Будет жарко. Это «Боксерский клуб». До встречи. Потому что я же говорю, хочу перетанцевать соперника, и у меня это получится. Пожелаю ему удачи, тебе победы. Я пожелаю тебе удачи и пожелаю не пропускать от меня удары. Соперник красавчик, молодец, занимается, тренируется, готовится.